Ну вот еще один под Бородянкой. С утра 4 ходили по полям, определили, что он. Так, два двигателя, все как положено, рассыпало его, конечно, тут по всему полю. Вот, с подъемника со стойки, вон что-то лежит. Упал, там яма здоровенная, двигатели, ну эти не всегда целые. Шлифт этот совсем все положено. Вот, расколбасило его. Ну, это он в воздухе разлетелся, понятное дело. Не весь, потому что там это генератор лежит. Вот, гидронасос, и все тут положено. И там две стойки, по стойкам понятно, что это 134, нос, вон там нос лежит. Белый. Ну, белый это такое, белый, он и на 130-х, и на 130-х. Парашют пилота нашли, вон он лежит. То есть он в чехле даже не раскрылся, то есть заголовника выпал. Вот так что здесь он тоже высь со стойки. Вот это вот. Короче, далее. Салют был хороший. Вот. Погорелось все тут, вон от движка тоже часть лежит, компрессор. Сейчас пойдем посмотрим. Вот эта стоечка. Ось. Вот. Заборник. Это тоже есть такое дело. Короче, без славы конец всего. Сейчас движок посмотрим.